капсулу отеля в Малайзии, я хочу рассказать, что это такое. Во-первых, это вот такая комнатка маленькая, я бы сказала, наверное, 1.5 на 2, да, метра. Тебе с собой дают такую сумочку, вот написано капсула транзит. В этой сумочке лежит бутылочка воды, потом вот лежит зубная щетка с пастой, потом очки, беруши и полотенце. Можно посетить ваш рум, то есть помыться, душ есть, туалет, там все принадлежности, да, даже фена для волос, все есть. Ну и стоит, правда, недешево. Вот мы сейчас заказали это на 6 часов. Я не знаю, наверное, может, если ну, 12 тоже столько же бы стоило. В общем, 54 евро. Но ради такого опыта уж решились попробовать. Сейчас будем вот спать. Сейчас уже 2 час ночи. И нам уже в 7 выходить. То есть 5 часов осталось. На 5 часов. Такой капсульный. Всем привет из Малайзии, Куала-Лумпур.